Путин отправил в отставку магаданского губернатора. Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Магаданской области Владимира Печенова. Об этом сообщается на сайте Кремля в понедельник, 28 мая. Временно исполняющим обязанности главы области назначен Сергей Носов, который до этого назначения занимал пост главы администрации Нижнего Тагила. Ранее 28 мая глава Якутии Егор Борисов заявил о сложении полномочий. «Всегда понимал, что ротация кадров должна происходить на любом уровне», — объяснил чиновник. Также в этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что будет баллотироваться на пост главы региона на выборах в сентябре 2018 года. «Стратегическая задача – сделать Подмосковье сильным, здоровым и чистым», – сказал он. Печенов был назначен в РИА магаданского губернатора в 2013 году, сменив на посту главы области Николая Дудова, который руководил областью 10 лет. На выборах Владимир Печенов набрал 73,11%, при явке 32,28%. До этого он занимал пост мэра Магадана, избирался на эту должность в 2004 и 2008 годах. Больше важных новостей в TALEGRAM канале, лента дня. Подписывайся, перейти в мою ленту. Новость размещена на сайте вседоски.ком. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.ком.